Сегодня в нашем видеообзоре от магазина «Купи сувенир» хочу вам показать вот такой вот кейс для вина. Одновременно это как бы кейс для бутылки вина. В то же время это набор необходимых, самых необходимых аксессуаров для винных гурманов. Значит, я вам покажу, как этот кейс выглядит внутри. То есть вот это вот ложе для бутылки. Здесь вот такой вот ремешок на липучках, чтобы можно было зафиксировать бутылку. Вот. И сверху на крышке находятся все необходимые, не все, а самые необходимые вещи, аксессуары, которыми пользуются сомелье или просто любители вина. С внешней стороны кейс выглядит очень презентабельно. Вот такая ручка, очень такая серьезная, удобная, как на каком-то дорогом портфеле или кейсе. Ну и сам вот чехол, он отделан такой красивой декоративной строчкой, отделан такой вот кожзамом, но который очень сильно напоминает кожу рептилии, очень приятный на ощупь такой. Все строчки качественные, ровненькие, вот. Все подогнано. В общем, держать этот кейс в руках приятно, не стыдно, и дарить тоже будет не стыдно, такой достойный подарок. Подробнее сейчас расскажу вот про эти самые аксессуары, про которые я говорил ниже. Значит, что мы тут имеем? Нож специальный для вина с искривленным таким лезвием. Можно подрезать пробки. Вот, штопор, естественно. Ну и такая вот открывашка, что там открыть придется, откроете. Вот деревянная ручка такая лакированная. В общем, удобная штука во всех смыслах. Так, дальше. Когда вы выбрасываете пробку, естественно, назад вы уже никак ее не поместите, поэтому вам пригодится вот такая вот с такими резиновыми кольцами уплотнительными, металлическая пробка, и сверху вот такой вот деревянный есть шарик. Такая ручка удобная, то есть можно бутылку прикрыть на время. Дальше градусник, который вы измерите, если надо, температуру вашего напитка, вина в частности. Вот такой с деревянной ручечкой тоже. Потом есть пробка такая, скажем так, которой можно закрывать вино. Здесь вот носик такой наливать будет удобно, тоже с резиновым вот таким вот уплотнителем. И сверху деревянная пробочка, тоже временно его прикрывать. Тоже может быть удобно будет во время застолья. Вот. Ну и есть вот такой вот кольцо, которое одевается на горлышко бутылки, называется еще на дроп-стоп или там улавливатель капель. То есть когда вы наливаете вино, эта капелька потом стекает, попадает на руки и пачкает бутылку. Вот, то есть этим кольцом можно его просто одеть на горлышко, он будет улавливать капли, а можно зафиксировать салфетку этим кольцом. Эффект тот же самый. Вещь, в принципе, нужная. Если вы вино не переливаете в декантер и наливаете его непосредственно из бутылки, то вот пользуйтесь, пожалуйста, вот этим вот кольцом. В общем, вот такой вот удобный набор. Я думаю, приятный будет подарок для любителей вина. Ну и вообще, прийти в гости не просто с бутылкой вина, а вот бутылкой вина, помещенной в этот кейс, ну, будет намного достойнее. Поэтому заходите в магазин «Купи сувенир», выбирайте подарки для себя, для своих друзей. Спасибо.